Я думаю, каждый человек, который имеет хоть какое-то отношение к миру фигурного катания, так просто если ты болельщик. Все мы однозначно присоединяемся к словам Дмитрия Козловского. Мы продолжаем праздничный вечер в честь Тамары Николаевны Москвиной. Чемпион России 2022 года. Открытие нынешнего сезона — Марк Кондратюк. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Кондратюк — ученик Светланы Соколовской и Лилии Бектагировой. Он из Москвы. И, кстати, вот параллель с Евгением Семененко, никогда в своей карьере ничего серьезного по юниорам не выигрывал. Тренеры готовили его ко взрослой спортивной карьере, и результат налицо. В этом сезоне, кстати, в конце сентября Кондратюк выступал от России на отборочном квалификационном олимпийском турнире, занял там третье.